Платье сапфир. Вы спрашивали, мы отвечаем. Мы со Светой сегодня выбрали платье сапфир. Я в качестве платья полноценного, а Светлана в качестве туники. Сапфир напоминает нам драгоценный камень. Давайте посмотрим, как можно сделать огранку еще дорогой. Конечно же, выбрав стильные, качественные вещи. Надежда выбирает сегодня вкусный ягодный оттенок. И посмотрите, сочетая с плотными темными колготками и с плотными туфельками на высоком каблуке, платье смотрится как вечерний вариант. Я выбираю сегодня тунику и ваши любимые брюки Марсель. Обратите внимание, что сегодня, выбирая это платье, вы убиваете сразу трех зайцев. Итак, платье, туника, и оставайтесь с нами. Еще совсем скоро я расскажу вам, эта туника может превратиться еще в одну деталь вашего базового гардероба. Ну а пока давайте посмотрим расцветки, которые есть в наличии. Итак, вы видите на Светлане насыщенный сапфировый, на мне розовый цвет. У нас есть еще вкусный шоколадный цвет, ждет вас цвет молочного шоколада. Знаешь, что мне еще здесь нравится, Надя? То, что шоколад сочетается с бирюзой. Это очень грамотное сочетание, и этот цвет будет освежать каждую женщину. Давайте смотрим дальше. А мне нравятся драгоценные камни, которые нарисованы на этом платье. Дальше смотрим. Ну что ж, мои дорогие, вот она, сочная бирюза с классическим черным цветом. Те камни, про которые говорила Надежда. И обратите внимание, что здесь вы еще видите элемент кружева. Имитация кружева – это украшение нашего платья сапфир. Далее, посмотрите, есть сдержанный цвет. Серый называется. Здесь тоже есть у нас кристаллы, есть кружево. Кружево, окантовка, в общем, темный, насыщенный, классический серый цвет. Ну что ж, мои дорогие, это выбор Надежды, яркий ягодный цвет. И насколько яркой может быть женщиной выглядите вы, если вдруг украшаете свой гардероб яркой вещью. Например, женственное платье. Какой цвет выбрала Люба? Мы приглашаем вас на подиум. Итак, наше платье сапфир. Три в одном. Платье, которое выбирает Надя. Вам стоит немножко подтянуть это платье, и оно превращается в тунику. Если вы еще побольше подтянете это платье, то это стильная блуза. Итак, то есть мы должны понимать, что у нас меняется вот этот элемент, который подвижный. Вы можете его приподнять, а можете приспустить. Ну что ж, мои дорогие, я вам сейчас показывала двойной эффект нашей ткани, за счет чего у нас получается такая плотная ткань. Давайте посмотрим на Надю. У Нади, кстати, юбка-карандаш, вот она слегка заужена к низу. И посмотрите на объемный верх. За счет этой блузы ваша фигура будет становиться более пропорциональной. Посмотрите, плечи чуть-чуть становятся шире, а бедра становятся уже. Причем, Надюш, у тебя тип фигуры груша, когда именно зона бедер более массивно, чем верхняя часть. Так поэтому, вот, мои дорогие, да. Да. Поэтому вот весь рисунок и вся свобода у меня расположена сверху, а снизу лаконичная а-ля вот такая юбка-карандаш, которую, кстати, вы можете сами регулировать высоту. Ну что ж, мои дорогие, стильное платье-селфи представлено у нас в четырех ярких расцветках. У нас есть еще и шоколадный оттенок, и классический бирюзово-черный. Давайте еще раз посмотрим на длину изделия. 100 сантиметров. Рост нашей Надежды 1,65 м. Так, правильно? 170. 170. И вы выбираете сегодня платье сапфир, которое можете носить и как тунику, и как блузу, ну и как стильное платье. Ну что ж, будьте вместе с нами стильными. Смотрите, как мало для этого нужно. Просто заказать одно платье. Стоимость вот этой роскоши, готового образа, как у меня платье, или выбирайте платье в виде туники с брюками Марсель, и вы будете восхищены результатом. И ваши, конечно же, знакомые подтвердят, что у вас вкус просто идеальный. У нас 5 цветов на выбор платья. Ну что ж, мои дорогие, Надюш, знаешь, что мне еще нравится? То, что именно за счет того, что у нас двойная ткань, она эластична и она утягивает мои бедра. Девочки, если вы хотите постройнеть на глазах, вы можете это сделать. А вот и наша Люба модница переоделась очень быстро. Ведь это легко сделать с нашим платьем. Посмотрите, Люба выбирает колготки телесного цвета, туфли на устойчивом каблуке. Кстати, вы можете выбрать наши полуботинки. Сегодняшние Челси. Цвет бордо идеально сочетается с украшением, с этими камнями, рубинами, которые нравятся нашим.
нашей Надежде. Мне вообще нравится очень богатое, украшенное платье. Посмотрите, здесь и сапфиры, здесь и кружево, и изумительные цвета, которые просто восхищают. Сапфировый, ягодный, шоколадный, серый, цвет изумруда. Какой цвет выбираете вы? Это единственный вопрос. Мы со Светланой уже определились. Люба выбирает сапфира, Люба выбирает бирюзу. А мы сейчас напомним еще, какие оттенки у нас есть. Итак, если вам нравятся шоколадные бежевые оттенки, посмотрите, они есть в нашей осенней коллекции. Следующий цвет ягодный, брусничный, выбирает наша Надя. Но она еще и примеряет на себя шоколадный цвет. Вы можете сделать то же самое, ведь цена этого платья позволяет сегодня это сделать.